чудесный день сегодня, 17 декабря, солнышко появилось, просто чудненько. Река Трент, а там впереди мост. Вот мы дальше пойдем к нему. Сегодня четверг, 17 декабря. По-польски чвартек, а больше мне нравится по-словацки четверток. Английское бездорожье. Ну вот, с обоих сторон этого железнодорожного моста были во время Второй мировой войны начало установлены, так сказать, доты. В 40-м году. Специально для обороны, как бы. Как бы. Ну, поэтому мосту движения сейчас не наблюдаю никакого. Но пути в целости, железнодорожные пути в целости и сохранности. Не растащили их на металлолом. Вот там еще один. То есть с обоих сторон моста доты стояли. Где-то там сидели солдаты с ружьями, с пулеметами и охраняли его мост. Стоит много лет уже. Ох, какое эхо даже. Да, солнышко сегодня хорошо. Это хорошо. Там со второй стороны, с этой стороны тоже дот стоит. Во время Второй мировой войны поставили его. Ну, в начале, в самом 40-м году. Вот еще поближе можно посмотреть. Да, до сих пор стоит. Ну что ж, был стратегический важный объект, видимо. Ну, пойдем дальше, пройдемся по тропинке. Здесь еще есть некоторые интересные вещи. Да, приятно подстриженная травка. На гольф-клубе. А вот дальше. Дальше там эхо войны. Эхо Второй мировой войны. Сейчас подойдем поближе. Пар 5. 468 ярдов. Нет, непонятна мне эта игра. Ну, вообще, эти игру играют очень состоятельные люди. Но я не состоятельный человек, и поэтому эту игру не понимаю. Вон белка канадская бегает. Спряталась. Вот. Я ничего не взял, ей даже поесть. Где она? Спряталась? У меня спряталась. На дерево, ну ладно. А вот эхо войны, Второй мировой войны. Довольно-таки хорошо сохранившийся дот на реке Трент. Здесь гольф-клуб, я так полагаю, был и с другой стороны, ближе к Бёртон Трент дот, но его, наверное, снесли все-таки. Да, 40-й год где-то, 1940-й год, когда Англия была в состоянии войны с Германией и, боясь различных диверсий, здесь охранялось многое. И строились такие доты. Мосты охранялись, которые я показывал до этого. А здесь было, видимо, описание чего-то. Но оно уже не сохранилось. Да, там дальше гольф-клуб, как я уже говорил. Это недалеко от Бёртон Трент. Но он сохранился, да, в своем первозданном виде. Правда, заложен кирпичами. О, рыболовка! Кто-то поймал рыболовку. Да, часто здесь ставят рыболовки, раков ловят. Ну, про раков я там уже, про правила рыбалки уже говорил, писал, вернее, видео выставлял. Ну, железные звери, не попадешь. Ну, здесь сидели, охраняли. Ну что, вот такие вот дела.
напоминание о Второй мировой войне. Мало, наверное, кто знает об этом, что находится рядом, где гольф-клуб. Ну, мы посидим еще, выпьем пивка, вон скамеечка, белочки бегают. Вообще прекрасно сегодня погода, хоть хорошая. Солнышко, но оно, правда, скоро закатится уже. Ну, ничего, вот еще одна скамейка. Вон, в память о Шелли Линн Браун. Она родилась 30 апреля 1953 года и умерла 18 января 2007. Ну, приятно, приятно, что они, у них память о своих родственниках установкой скамейки. В каком-нибудь парке или еще где-то. О, белка там бегает. А здесь граффити на дереве. Ну, по-разному. Убежала белка. Ну ладно. Вот табличка, что это место, вся сторона этой реки принадлежит Бортон Мутуал АА. Приватный фишинг. Ну, в общем, частная рыбалка. Ну, в общем-то, здесь каждый клуб свой кусок земли имеет. Почти. Я, допустим, состою в другом клубе. Я не знаю, могу ли я здесь ловить или нет. Вот. Ну, мне сюда дальше идти. Я сюда не хожу ловить рыбу. Ловлю поближе. Вот здесь гольф-клуб. Люди шмонают шарик. Удовольствие, наверное, большое. Не знаю, не пробовал.